pēdējos gados paziņot, ka šo turnīru klātienē vēro Rīgas domas priekšsēdētājs Rīgas mērs Nils Ušakova kungs. Labvakar! Un gatavojamies piektajam cīņai šajā vakarā. Boks 8 raundi pa 3 minūtēm un aicinu ar vēl skaļākiem aplausiem, dārgie draugi, ringā sarkanajā stūrī sagaidām mūsu lauvu. Ričards Balotnieks! Sagaidām bokseri no Gruzijas – Georgijs Tevdašvili! Dargai draugi, mums sagaidā boksā mačs 8 raundu garumā pa 3 minūtēm. Gatavojamies! Pirmais rounds! One.
Давай! 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 Дав
uzmūk! Thank you.
No kā jums patīk šī cīņa? Ļoti labi, gatavojamies! Ceturtais rauns un atbalstam arī raudu laikā sanājos vēl skaļāk un spēcīgāk! Rīžāks visu cīr! Aiziet, 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 aiziet!
Aizraujoši skatāms boksiņš. Приветствуем у экранов истинных любителей бокса. Мы с вами находимся в столице Латвии, Риге. На уютной арене Рига, привыкшей больше принимать хоккейные матчи, концерты. Но постепенно публика начинает привыкать к большому боксу, по-настоящему большому боксу. И сегодня главным событием вечера станет поединок Бреди с Дурадола. Это действительно событие мирового масштаба. Здесь я не улыбаюсь и без всякого преувеличения готов повторить эту фразу. Но и до этого мы с вами увидим интереснейшие поединки. Мы включаемся на пятом раунде противостояния Ричарда Болотника, боксера, который поддерживает зал. Он из Риги. И противостоит ему опытный грузинский соперник Георгий Тевдорашвили, за плечами которого более 40 профессиональных поединков. Ну, а Ричард Болотник к 26 годам одержал 7 побед в профи, 3 раза проиграл и 1 ничья в его послужном списке. Он получает настоящее удовольствие в ринге, сейчас доминирует, играет на публику в том числе, говорит так, что слышно в зале, общается с тренером, успевает прямо по ходу поединка. Это, конечно же, вызывает улыбку, иногда и смех у публики. Ну что ж, это шоу. При этом, да, в начальных раундах Ричард иногда заигрывался, но все-таки он имеет очень большое преимущество. Отдельные эпизоды остались за грузинским боксером, но тем не менее он подустал, и Ричард сейчас полностью контролирует ситуацию. Повторю, после победы, яркой победы над Яриком Прусаком, который вы видели в прямом эфире наверняка, или, по крайней мере, могли видеть, он сейчас на подъеме, дела пошли на лад, карьера у него, было дело, не задалась, но теперь вроде бы все в порядке, и второе дыхание он обрел, я имею в виду не этот бой, а вообще его карьерный рост. А началась эта самая карьера чуть менее 3 лет назад, ну и вот когда дрался он за пределами родной Латвии, проигрывал, но, правда, ставили его против очень серьезной оппозиции. Тут Эбель Гевор и Андреас Иван Эгелу. И не очень был готов Ричард к этим поединкам. Ну, а теперь он в очень хорошей форме, в очень приличной форме. Что доказал предыдущий бой, что доказывает противостояние, которое сейчас мы с вами наблюдаем. Запланировано 8 раундов. На самом деле, на мой взгляд, Георгий Тевдорашвили держится уже, то, что называется, на морально-волевых. Обрабатывал его корпус с самого начала поединка. Болотникс. Это привело к необходимым результатам для Болотникса, для рижанина. Устал Тевдорашвили. Не хватает Болотниксу, мне кажется, вот желания во что бы то ни стало закончить бой как можно раньше. Он, повторю, наслаждается тем, что происходит в ринге. Он хочет побыть как можно дольше. Он хочет сделать все эффектно. Он хочет, чтобы на него публика посмотрела. В принципе, 1-2 спуртов, может быть, и было бы достаточно. И, в принципе, опять-таки, если оппозиция будет посильнее, то опытный соперник может за это наказать. Но я думаю, что и Болотник в таком случае будет действовать по-другому.
А сейчас он отпускает противника, дает ему продышаться. И говорил я вам, что уже в четвертом раунде Тевдорашвили выглядел очень усталым. И то, что у него получалось в начале поединка, а у него хорошо проходили встречные кроссы, сейчас уже просто не хватает у него сил на это. Но вот шестой раунд. Чуть-чуть сбавил обороты Болотникс. И это дает возможность Тевдорашвили даже иногда контратаковать. И куда-то исчезли те удары Болотникса, которые привели Тевдорашвили на грань поражения. Но от этой грани он отскочил, прямо скажем. Бывает так, что ты встаешь вот эту колею, начинаешь куражиться в ринге и не можешь сделать то, что должен. Вспомнив, что ты все-таки профессиональный боец, а не только шоумен. Конечно же, бокс часть шоу или шоу часть бокса, как хотите. Но не надо забывать, что на первом месте все-таки твои спортивные данные и достижения. И Болотниксу, в принципе, для его реноме необходимы победы сейчас досрочные, нокауты, чтобы получить хорошие бои в будущем, хорошие оценки. Конечно, тренеры должны сделать ему нагоняй за вот эту расслабленность. Но, как-то вы знаете, начали очень активно в тренерском штабе поддерживать и советовать своему подопечному. Сейчас тоже не так много говорят, хотя вот я сижу рядом с углом Болотникса и слышу, что ему советуют. На что Ричард иногда отвечает: да, сейчас сделаю. Ну вот смотрите, опять-таки была атака, хорошая многоударная, и отпустил. Хотя можно было продолжить. Тевдорашвили очень тяжело после каждого такого спурта его соперника. Отпускает, отпускает, и это не идет на пользу Ричарду. Да, бой он выигрывает, тут нет никаких сомнений, но это бокс, и это первый тяжелый вес. Один удар, в принципе, может решить все. У Тевдорашвили хороший, в принципе, правый кросс. И если совсем расслабится Болотникс, ну вот видим мы на повторе атаку, которая захлебнулась именно из-за того, что Болотникс не стал продолжать. Седьмой раунд. Сейчас мы будем наблюдать из запланированных восьми. Указания получили и тот, и другой. Но вот какие указания дать тренер Тевдорашвили? Очень быть внимательным, чтобы не нарваться на нокаут. Он довольно много проигрывал, 18 поражений у Георгия, и проигрывал тяжелыми нокаутами. Ну вот сейчас Болотник снова заигрался. И вот один удар может решить. И тогда уже никто не вспомнит, насколько ты красиво выглядел и эффектно в ринге. Все запомнят результат. Он дает шанс Тевдорашвили контратаковать. А этого совершенно делать не нужно. Для Тевдорашвили в данном бою все средства уже хороши. Он приехал в качестве оппонента, в общем-то. Но вот я говорил с довольно многочисленной грузинской делегацией, несколько боксеров. Сегодня в шоу участвуют. И по общему мнению, они приехали сюда не для того, чтобы отбывать номер. Они приехали сюда для того, чтобы выиграть. Как получится, это другое дело. Но мы видим, старается вовсю сейчас Тевдорашвили.
Ну вот снова контратака. Ведь есть в активе Тевдорашвили. Не левый. Вот от левой Болотник заходит легко. А вот на скачке удар справа. Или когда сам раскрывается Болотник. И вот такую серию надо продолжать. Продолжать и продолжать. Юрий Копцев, репери в ринге, несколько раз уже делал замечания тому и другому из-за удара ниже пояса. Но вообще бой не грязный. Теряет равновесие. К концу раунда устает, очень сильно устает Тевдорашвили. Ну вот танцует Болотник, развлекает публику. Но где победа? Где досрочная победа, которая могла уже быть давно, уже раунду четвертому? А ее нет. И это предмет для разговора. Ну что, может быть, сумел по заказу Ричард сделать невозможное, продержался все 8 раундов, продержал публику, а в 8-м раунде победил нокаутом. Это мечта любого боксера, отбоксировать все 12 раундов и победить нокаутом. Все есть у Ричарда, в принципе, но не хватает вот завершенности его атакам. И иногда у меня складывается впечатление, что немножко перезанимался он с отягощениями. На ногах, корпусом он неплох, а вот руки не летят. Но здесь это я выражаю свое мнение, вы можете не согласиться. И не должен он отходить назад в такой ситуации. Вот простейшие вещи, которые мы с вами видим, почему-то не чувствует Болотник. Но, повторю, мне кажется, что он просто вошел вот в этот ритм. Ритм, связанный с шоу. И из него никак не может выйти. Ну что, а Тевдорашвили можно только поаплодировать. Он держался здорово, он контратаковал, когда мог. Он выдержал все атаки Болотникса. И обратите внимание, 8-й раунд, а он идет вперед. Посмотрел сейчас Тевдорашвили на большой экран, где есть время раунда, сколько осталось до конца. Хватит ли сил, видимо, думал пойти вперед и в таком темпе. Хватит ли сил на оставшиеся, ну, тогда 1,5 минуты, сейчас на минуту. Ну, вот говорил я вам, что Тевдорашвили держится на морально-волевых. И оказывается, что этих морально-волевых у него предостаточно. Вот посмотрите, раунд-то он вырывает, между прочим. Можно улыбаться как угодно. Можно считать, что атаки у Тевдорашвили не опасные. Но раунд-то он выигрывает. Он активен, он наносит большое количество ударов, и он попадает.
Ну и сейчас Болотник, все-таки нужно выкладываться. Вместо этого он пропускает и джеб, и правый прямой в разрез. И посмотрите, чем это может кончиться. Хороший восьмой раунд, очень поучительный восьмой раунд, надо сказать. Болотникс не делает то, что он должен. И бой закончен. Ну, по сумме восьми раундов у меня нет сомнений, что победу одержал рижанин. Но последний раунд он проиграл. Георгий Тевдорашвили выглядел очень неплохо. Ему надо поаплодировать. Болотникс записывает восьмую победу в свой послужной список. Но опять-таки нужно работать непосредственно над завершением своих атак. Над тем, что ты делаешь в ринге. Над тем, что должен делать атлет, профессиональный боксер. Это когда ты Насим Хамед, ты можешь устраивать даже цирковое представление. Но здесь, я считаю, заигрался Ричард, отдал немножко инициативу, но бой ты, конечно, выиграл. И такое впечатление, что тоже большой плюс ему, что в таком ключе он мог еще и 4 раунда, и 6 отбоксировать. Но регламент 8. Больше Ричард еще не проводил в ринге. Первый раз 8 раундов отстоял. Ну вот почему-то все судьи отдали последний раунд Ричарду в том числе. Я сказал бы, что восьмой раунд точно остался за Георгием Тевдорашвили. Но здесь это не очень важно. Ну, а мы с вами продолжаем. Мы сегодня увидим на ринге несколько российских боксеров, которые пытаются вернуть свою карьеру на победный путь, возобновить ее. Кто-то не имеет поражений и должен одерживать победу за победой для того, чтобы получить большие значимые поединки. Кто-то должен одерживать победы для того, чтобы все вспомнили, кем они действительно являются, если находятся в оптимальной форме. Ну, одним из таких боксеров является Асланбек Казаев, который выйдет на ринг через несколько минут. Но на ваших экранах сейчас не Асланбек Казаев, а его как раз соперник Николас Баджава. Тут...